А зимой пшеница астет. Пошла вегетация. Разбрасываем. Утром был ночью был мороз. Земля была прихвачена. Ну, не сильно, может быть, минус один, минус два. Сейчас земля стала отходить. Думали, что начнет мотать на колеса, но особого следа нет. Вот где прошел трактор. То есть в целом все неплохо. Пытаемся вносить где-то 250 килограмм, сделать базу в селитре. Потом, может быть, добавим еще 100 килограмм в более позднюю фазу. Ну так вот, несущественный след, ничего страшного нет. Хотя на ботинке, за ботинками грязь тянется. В то же время на тракторе она вся сходит.